Всем привет, друзья! С вами снова Лавка Удовольствий. Я Александр Манек. Сегодня хочу показать вам монету, которая стоит 4000 гривен. Готовы? Поехали! Итак, друзья, всем привет! С вами снова Лавка Удовольствий. У нас сегодня на обзоре потрясающая, шикардосная и дорогая монета. Что же с этой монетой такое? Почему она так дорого стоит? А это, друзья, как обычно, у меня в руках мечта любого коллекционера, который собирает ходячку, который собирает погодовку, который собирает редкие разновидности. Английский чекан. Узнали? Для тех, кто смотрит впервые мой ролик, не поленитесь, нажмите на паузу. Подпишитесь, если вы еще не подписаны, на мой канал. Так как я ежедневно снимаю для вас еще более интересные видосы. И также хочу сказать, что на моем инстаграме все вот эти мои покупки, все вот эти мои чумачечьи приобретения, вы можете увидеть еще раньше, чем выходят ролики в эфир. Поэтому если вы подпишетесь на мой инстаграм-канал, вы будете знать об этом первыми. Ну, собственно, что же это за монета по каталогу? Мы с вами можем посмотреть, открыть каталог по 50 копейкам и увидеть, что данная монета называется 4AAM, выполнена в латуни светлой, имеет седьмую степень редкости, и данная монета стоит 50-100 долларов. Но, друзья, уже я готов покупать по этим ценам каталожным, так как такая монета приблизилась к отметке 6000, и на сегодняшний день конкретно вот эта была куплена за 4000 гривен. Вот такая вот красотень. Монетка действительно шикарная, монетка редкая, здесь состояние такое интересное, если ее привести в порядок, мы обязательно ее почистим и сделаем светленькой. Такая монета может приблизиться к 6000 гривен. Если у кого такая попадается, проверьте свои кошельки, копилки. Я с удовольствием покупаю вот такие вот монеты. 25 копеек английский чекан и, естественно, 10 копеек. За 10 копеек на сегодняшний день я готов платить больше, чем 12000 гривен. И цена доходит даже до 40. Все зависит от состояния вашей монеты. Друзья, надеюсь, что данный ролик вам понравился. Не поленитесь, поставьте лайкос под данным видео. Подпишитесь, если вы еще не подписаны. А я побежал снимать для вас еще более чумачечьи видосы. Увидимся!